Приветствую вас на канале Краски Праздника. Это проект Чебоксары в сердце. В этом видео прогуляемся по одной из улиц города Чебоксары, улице Свердлова. Названа в честь Якова Михайловича Свердлова, профессионального революционера-большевика. Улица Свердлова находится в центральной части города Чебоксары. На нее можно заглянуть, гуляя по Чебоксарскому заливу, либо по улице Константина Иванова. Об этих объектах есть видео на канале в плейлисте «Чебоксары в сердце». По улице Свердлова можно выйти к остановке общественного транспорта «Веденский собор». Улица всего около 100 метров, и на ней расположены всего 3 здания. И все они жилые. Это 2 коттеджа и многоэтажный дом 2019 года постройки с апартаментами. Останавливаться я на них долго не буду, и мы с вами спустимся по лестнице с улицы Свердлова до монумента матери, покровительницы на исторической набережной. Вне съемок историческая набережная закрыта, ее ремонтируют, либо благоустраивают, и узнаем об этой набережной подробнее в одном из следующих видео. А поддержать проект «Чебоксары в сердце» вы можете подпиской на канал «Краски праздником». Пишите комментарии. Увидимся с вами совсем скоро. Это проект «Чебоксары в сердце».